Так, 13 июля, 14 год, 15:32 по Киеву. Посмотрел я на веб-камеру, не поверил своим глазам. Час назад стояли под памятником Ленину через кордон милиции два митинга, проукраинские и про, не знаю, с красными, с черно-коричневыми знаменами. Ага, вон они, вижу. Не вытеснили, просто оттеснили в сторону. Это украинские. А вон, куда выдавили красные и черно-оранжевые флаги. Где-то минут 40, наверное, назад. Они стояли, ну, буквально вот по левую и правую сторону перед Лениным через небольшой кордон милиции. Значительно прибавилось патриотических флагов. Час назад их было поровну. Да, вот такое неурочное время. Никаких сегодня вечер, никаких митингов не намечалось у патриотических украинских сил. На тебе. Ну, сейчас посмотрим, как будут события развиваться. Флаг там знатный. Рабочая партия. Серпомолот, понятно. Учитывая, что все активнее идут разговоры о вероятности и необходимости запрета коммунистической партии в Украине. Думаю, будут какие-то суррогаты, клоны ее рождаться или пытаться. Это сделать. Да, оттеснили, видимо, потому что, ну, совсем они уже рядышком стояли, в 5 метрах друг от друга, через фуражки милиция. Приемный комфорт и уникального місця розташування у центральному парку міста подарують незабутній відпочинок всім, кому подобається спілкування з неймовірними дельфінами. Так, это флаг НАТО, так понимаю. Траса с дивовижним краєвидом центру Харкова. Адреса готелю Немо. Вулиця Сумська, 35. Сад Шевченка, біля каскаду. Телефон 737-5. Слава!
тут совсем небольшое количество людей соответствующего возраста. Преклонного. Громадская самооборона. Я думаю, люди еще просто не просекли, что собирается народ. Потому что я совершенно случайно включил веб-камеру и увидел какую-то запредельную картинку сюрреалистическую возле памятника Ленина, я же говорю. Красные флаги соседствовали с украинскими. О, какая знатная футболочка. Давай!